Нет, сегодня мы будем собирать по хату. Я его очень ждал, мне, но папа его наконец купил. Но я соберу всю коллекцию и покажу вам. Кстати, а вы помните, что мы собирали вот так вот такого когда-то? Ну, я его немного перестроил. Вот. Двойной меч. И еще один я вот там сейчас вам покажу. И вот такая у меня комбо модели. Это у меня. Вот это у меня, не знаю, ну, как его пол. А сейчас приступим к этому. И скотчем заклеено. Ну, сейчас у меня, папа в ножницу найдет. Давай, я разрежу. Я сам. Вот его детали. О, маленькие, только много деталей. Все, пустая. Ладно, смотрите, сколько много деталей. Ну ладно, приступим. Как соединять, но я не знаю, ну ладно. Нужно все сделать все там. Ну я с инструкцией Кейзи, я смотрела его там спалее, вообще непонятно. Вот по этой тоже. С этого начинать или с этого? А, с этого. Так, берем, ну, конечно, за тело и прицепляем все вот такими частями. И я не знаю, ну, как эти собираются, но точно как-то будут собираться. Потом посмотришь инструкцию, Андрю. Да. Вот здесь нарисована золотая маска, но ее нема. Но хотя бы обычная есть. И прицепляем все вот такие частями. Ой, я забыл еще одну сюда. Ну я не... Ну, вот, ну я собрал вот такого. Сейчас буду собирать, конечно же, ноги и руки. Ну вы уже видели того? Но папа мне на руки заклеит, потому что они сломались. Простите, у меня вот руки сломались, мне, ну ничего, папа мне заклеит. Все, вот такое собрали, переходим к другому. А тут руки.
Вот. Прицепляем вот так вот. Простите, меня не будет, потому что я буду уезжать в село вот через одну неделю. Ну, я очень расстроен, маленький Лего, пожалуйста, не покупайте, это китайский Лего, потому что у него пластмасса, вот такая вот, руки сломаны, это его надо было заклеить, и сам он маленький, у меня уже два маленьких, и один маленький паучок, и этого вот покупаю, и этого он... Но этого его тоже не надо покупать. Вдруг он такой же будет. Ну все, этим видео закончились. Но я соберу свою коллекцию, покажу вам ее. А сейчас ставь лайк и подписывайся на наш канал. Пока-пока.